Бедро, спина. Все, концовка боя. Все терпят, ровно встали. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Георгий Кусташвили. Мы находимся в горах при Эльбрусе. Высота 200, где мы живем. Здесь хорошо тренировался, тем, что здесь нехватка кислорода. Здесь мы каждый год как минимум два раза приезжаем в высокогорье. Здесь тренируемся, набираем ОФП, общую физическую подготовку. Сейчас у нас общая разминка. Раунд бой с тенью и 3 раунда силовой работы на снаряде. Все вы знаете, что это такое. То есть бьем мы мощно, без пауз, в течение 3 минут. 30-секундным перерывом. После этого чуть качнемся, 5 минут стоим на кулаках, нижний пресс и тянемся. Руками на плечи надавливаем. Хорошо, взяли за руки. И медленно. 5 раз на пол, 5 раз на упор. Я Александр Ларкин, мастер спорта по боксу. Нахожусь сейчас на сборах на Эльбрусе со своим другом Георгием Кусташвили. Готовлюсь на чемпионат России 29-го. Хорошо, закончили. Спиной друг друга повернулись и потрясли друг друга. Лицом друг к другу повернулись, руки на плечи, в салочки ногами, поехали. Хорошо, закончили. Руки за спину, на переднюю ногу встали. Каждый петушиный бой. Поменяли ноги? И так ноги болят, куда еще? Атакуй! Чистая победа! С нами на сборах находится мой друг Александр Ларгин. С ним мы познакомились в ринге. На центре в первом бою с ним встретились. И после этого, как так получилось, в Москву приехал, он мне позвонил, нашел мой номер. И хотел поспарринговаться, потренироваться, на, так сказать, набраться опыта. И вот так получилось, мы познакомились с ним, подружились, сейчас общаемся близко, плотно, дружим, друзья. Спиной друг к другу повернулись, руки в замок, сели, облокотились друг на друга, сели, поехали, попрыгали. Руки в замок. Пошли сопротивление, поделали. Ты сопротивляй его. И пошли пуш-пуш, плечо. Пуш-пуш. Я попрыгиваю тоже. Ты не упираешься? Я приехал на сборы, потому что, во-первых, тут очень хороший состав, очень хорошие тренера. Георгий Кусташвили, мой друг, он мне помогает, подсказывает всегда. Я с ним набираюсь очень большого опыта. Вот, и делюсь потом со своими также товарищами. Он
очень такой жесткий парень, очень плотно работает. Он очень такой сам по себе. От природы, да, такой жесткий парень. Конечно, у него где-то координации не хватает, где-то опыта не хватает. Потихонечку это подтягиваем, он меня прислушивается, выполняет, в принципе, старается все делать правильно. Чуть-чуть добавь. Меняли. Ну, поборолись, борьба в стойке, без бросков, без посечек. Я не борец. Меня учил серебряный олимпийский чемпион Мигран Аручино. Первый номер придет втором со спины. За бицепсы и прямые удары. Поехали. Вот спина, спина. Я влекать не могу. Бедро, спина. Вот. Поехали. Еще устаешь, когда даже держишь. Хорошо, закончили. Пошли 15 передней рукой. Переднее плечо, передняя коленка. Пошли два прямых, два сбоку, два уклона, два нырка. Раз, и в ответ. Раз, атакуешь. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поехали. Поехали! Не назад сожрёмся, загоняй. Делай правильно, что ты делаешь? Thank you.
Ходи назад. Еще дальше. Каждое задание, он меня поправляет, ругает меня. Это хорошо на самом деле. Беги. Будем набивать, то есть 3 раунда по 30 секунд будем потом прибавлять. До конца сбора дойдем до 12 раундов. 3 минуты работаем, 30 секунд отдыхаем. То есть без остановки набиваем, набиваем. Все акцентируем удары, сильные удары. Все четко. Встали в кулаке! Приготовились! Поехали! Давайте, я с вами встану тоже. Ну, все на меня смотрим! Ровно стоим! Голову подняли все! Вот, молодцы! Али, на меня смотрим. Андрюх, таз подними. Вот, еще выше. Вот это ровно стоишь. Минута прошла. Третья минута пошла. Мишу проходи, ты что опустил таз? Ну, подними. Вот. Высоко. Это высоко. Вот. Раунд прошел. Еще два раунда. Заключительная минута пошла. Все, концовка боя. Все терпят, ровно встали. Ахмед.
Терпим, терпим, терпим. Костя, таз поднять. 20 секунд остается. Концовка. Все, ускоряемся. Вырываем раунд, вырываем бой. Клёв, таз поднять. Концовка. Терпим. 10 секунд еще. Закончили. Хорошо. Подышали, отдохнули. Приходя на тренировку, я вместе с ребятами шевелюсь, чуть поддерживаю свою физическую форму. Ну и их мотивирую. Так, нижний пресс качаем, 4 по минуте. Сидя, лежа, сидя, лежа. Сели. Ноги подняли, держим. Отдыхаем. Легли. Ноги подняли, держим. Голову не отрываем от мата. Георгий сказал, что вы можете отжиматься там 50 раз или сколько у вас вот сейчас рекорд? Да я рекорд не устанавливаю, 50 раз я отожмусь. Время! Все, молодцы! Ну, сели, ноги выпрямили, пошли, потянулись. Хорошо, коленки к подбородку, пошли на позвоночнике. Хорошо, ну и прогнулись, голова вниз, грудь вверх. Хорошо, ноги выпрямили. Пошли, за голеностоп взялись, пошли, вон колени достаем. Хорошо, на живот перевернули. Пошли одной ногой, одну руку, другой ногой, другую руку. Ну и покачались на животе. И выпрямляемся. На коленки встали, пошли, пошагали, потянулись. Хорошо, ягодицы и пол достали. Пружинили. Кто может, тот прогнулся, достал затылком. Хорошо, молодцы, встали. Пошли, встряхнули ножки, ручки встряхнули, потанцевали. Ну, руки за голову, поехали. В одну сторону, один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Встали в точку, пошли с значка. Левый шаг назад, правый. Все удары в атаке. Левый шаг назад, правый. И в обратную. Нагнулись. Поехали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И даже больше старые колени. Левый шаг назад, правый шаг назад. Закончили, отдохнули, выдохли, подрожали руки. И полезли, без ног полезли. Тянемся, тянемся, лезем. Бросили руки побросать. Все, всех наступившими ходами. Не ругай, а подсказывай, как ты, как надо делать. Локти ставишь ровно, чтобы они не шевелились. Не вот так. Вот. И все, и пошел. Раз. Видишь, локти не шевелятся. Чисто одними кистями. Вниз тоже опускаешь его аккуратно. Не вот так вот бросаешь, а опускаешь его. Вот.
Давай пальцем помогай одним пальцем.